На этот раз творческая группа национального телевидения отправилась в Цивильский район в село Первое Степаново, в семью педагогов. Это удивительные люди. Программа «Келяши» национального телевидения Чуваши приглашает погрузиться в теплую атмосферу семьи Филимоновых. Счастливая пара Ираида Николаевна и Николай Петрович, вырастившая из семерых детей, удостоена ордена «Родительская слава». И каждый член семьи мечтает создать такой же большой и дружный семейный очаг. Смотрите программу «Келяши» в эфире национального телевидения 7 ноября в 19 часов.